Air Самара может получить сертификат на осуществление воздушных перевозок уже в ближайшее время. Все необходимые работы будут завершены до 1 июля. Об этом шла речь на встрече временно исполняющего обязанности губернатора Самарской области Николая Меркушкина с министром транспорта России Максимом Соколовым. Накануне в Москве глава региона также обсудил вопросы социально-экономического развития области и ход выполнения указов президента с первым заместителем руководителя администрации президента Вячеславом Володиным, а с первым заместителем председателя правительства Игорем Шуваловым и федеральным министром спорта Виталий Мутко говорили о подготовке к чемпионату мира по футболу 2018, игры которого должна принять и Самара. На совещании вице-премьер еще раз отметил, что проект Самарского стадиона первым получил одобрение госэкспертизы и перешел к стадии полной готовности к строительным работам. Также обсудили оперативные вопросы, необходимые для начала возведения футбольной арены.